немножко странная поездка. Я еду на свадьбу попугаев. Да, не удивляйтесь. Такое тоже бывает. Но кроме попугаев будет много интересного. Честное слово, обещаю. Аутентичность ты хочешь? Конечно. Куда уж без аутентичности. Все уже забыли, как из колодца воду берут. Выходите на свободу. Отлично. Да. Такая компания. Бригада Ух называется. Выходи, что стоишь-то там? Пират оказался. Она может телефон отобрать оттуда. Я знаю. Это одна часть нашего орехового безумия. Вот видишь, у меня теперь кехлики живут, которые мне просто позарез были нужны. Да без кехликов, как и фазан, я вижу, там ходит. Да, но, к сожалению, видишь, привезли сюда двоих, а один не успели, открыли дверь, он свечкой взлетел и до свидания сказал. А один, судя по всему, самец, вот я смотрю, перевинивает хвостом. Угу, угу. Да. Нашла у тетки уже двух девок, может, возьмем, но на зиму просто неохота. Без кекликов, конечно, никакой конечно, жизни. Конечно, как эти. Без кекликов жизнь не та. Сейчас же, ногами не топать. Так, что? Да подожди, вот да подожди. Я упаду. Ты такая, ух ты. Она как. Женщина любвеобильная. Какая тяжеленная женщина. Чунцины, англичане. Ой, какая ты. Ну да, они весят, конечно, хорошие, хорошие. Чунцыны такие, недоверчивые. Чунцыны, да. Да, как положено. Но хвостом виляем. Ну, молодцы. Типа, он отметил, что ты больше приехал. Ай, какие толстые, красивые попы. Нет, мы держимся, как это, ну-ка. Держим в руках. Да. Вот. Нет. Я бы не снимала, потому что здесь надо убираться, а не убирать, потому что сегодня пересаживать. Сегодня пересаживать. Черные китайские. Но не шелковые китайские. Так, а там я вижу, везде перегородки от собак. Вот люди живут вот так вот. А тут, боже мой. Боже, блондинка. Здравствуй, блондинка. Что но у тебя с хвостом? Ну, я тебя умоляю, не было. Нет. Вообще. Ну, я помню, да. Это она сейчас хоть... она просто лохматая. Хоть на человека стала похожа. Зато руки оделся, видимо, на гормонах. Ой, какой молодой. Здравствуй, девушка. Я не буду тебе рук давать. Нет, не буду. Ни за что. Ага, знаю. Ты красивая такая девушка. Лысая курочка. Вот так ты хорошо. Вот такая ты красивая. Такая ты невеста, да? Ну, нет. Очень уж я страшный. Очень уж я страшный, да. Да. Рокушка, вот ты молодец. Вот ты красавец, да. Рокки молодец. Рокки хороший мальчик. Рокки нет. Чуть попозже. Чуть попозже. Рокки зайчик хороший, красавец. Да.
Да, красивый, красивый. Слушай, везде читаю, что самки у них крупнее самцов. Ну вот, подрисовать? Ну, естественно. Вот, Рокочка, видишь? Умничка. Тоже рассыпался. О, да. Так-то не видно. Да. А эти как только начинают расти, такое ощущение, что его раздражает вот этот рост пера, и он начинает его расклевывать. Да, да, да. Вот, кстати, коль скоро мы сразу взялись за кокоду, очень многие говорят, нам так нравится кокоду, мы хотим завести кокоду, вот чтобы он разговаривал. Наташ, не так хотел сказать проблемы, нет, счастье жизни с кокоду. Есть какие-то особенности? Конечно, есть счастье жизни в кокоду. Это вот видишь, они у нас живут на отдельной веранде, где все покрыто слоем этой пудры, да, и периодически ее просто приходится оттирать. Во-вторых, это вокруг клетки всегда разбросано все, что, потому что кормят исключительно всякой гадостью, которую берут рукой, просто вышвыривают из клетки. Ну и вот, видишь, это Андрей Николаевич выпустил его ровно на 3 секунды. По крику. Ну, это утро, вечер, добрые, как это, здравствуйте, люди. Все соседи участка через 3, наверное, слышат это. Ну, у нас, видишь... Как я говорю, у нас тут и вороны каркают, соседи уже, по-моему, забили на нас, потому что ничего хорошего от нас ждать нельзя. Попугаи не считают это не самый плохой вариант, потому что я им как-то сказала, будете ругаться на попугаев, заведу павлинов. Добрые! Да, вот. Ну, теперь, поскольку их несколько стало, кричат они, конечно, веселее, уроки глупостям научил быстро. Всех окружающих, так что они орут теперь все хором. Ну, я просто знаю, что кокоду, которые ручные, они требуют непрерывного внимания. Вот непрерывного. Так? Нет? Нет, он, конечно, видишь, когда появилась вот компания, он до этого сидел, был Лена Степанова и Амазон Мюллера у нас сидела, она просто переезжала бесконечно и отдала нам Амазона. И он Рокки, на мой взгляд, совершенно не нравился, но, видимо, какая-то компания была. И когда Амазон почил, к сожалению, он как-то вот совсем скис. И я даже тогда с Ольгой Гакоевой разговаривала. Ну, в смысле, мы думали, не взять ли желтохохлого просто в соседнюю клетку. Ага, ага, который жрет всех подряд, знаю, ну, я это, знаю, знаешь, это, у нас вот это тоже жрет всех подряд. Он меня просто не трогает, потому что знает, что я сдачу дам исключительно из этих соображений. А так вот Андрюша уже там периодически доставалось. То есть он себя не сдерживает абсолютно. Он исключительно вот знает, что со мной лучше не связываться, потому что получит тут же обратно. Вот, на, возьми. Да, да, да. Вот зачем это, кися? Не надо нам крови здесь. Вот не надо крови. Не, он при мне не будет, Жень. Да? Не-не-не, при мне не будет. Я очень опасаюсь все-таки нет, крупных нет, кокоду, нет. Потому что действительно, когда мы от дерева откусываем куски, так просто вон, откусываем, вон, да. Это со вчерашнего дня уже. Хороший мальчик. Наверное, это нехорошо, что он меня боится, но с другой стороны, как бы, ну, субординацию он соблюдает, он твердо знает, что можно, что нельзя, и если я вот в зоне видимости, он ведет себя крайне лояльно. Ну, он не боится, ну, видно, что птица не боится, птица ведет себя адекватно, разговаривает, сразу дает себя гладить, то есть страха-то нету, нет, есть уважение. Да. Он просто, мы в свое время с ним поставили точки над «и», кто вождь в племени, исключительно. И поскольку он знает, что за какие-то противоправные меры он получит, то есть я же его не собираюсь там наказывать, да, просто так, потому что моя левая нога захотела. А если он что-то нашкодит, то он как бы схлопочет. И он это знает. Ну? Не, он наглый, как эти... Даже не могу объяснить, кто. Он не боится никого и ничего. То есть жизнь в городской квартире с кокоду, наверное, все-таки стоит очень и очень всерьез подумать. Ну, жизнь в городской квартире с попугаем однозначно стоит подумать. Вот Андрюша, когда здесь увидел попугая, его сначала, ну, сильно раздражал этот крик, который даже в соседней комнате мы сидим, он же орет, слышно. А сейчас вот он согласен со мной в том, что ухо замылилось, мы уже не слышим. То есть они орут, нам это не мешает. Но... Вообще могу тебе сказать, что после одного кокоду уже абсолютно все равно, сколько их.
То есть, ну, поскольку он же у нас больше 20 лет уже живет, и, ну, все гадости какие-то, то есть, ну, я уже знаю про него все, что он может устроить, что он может там нахулиганить, но вот сейчас их три, никакой разницы. Понятно. То есть человек, который адаптировался с одним кокоду, я думаю, что он может... То есть рекомендуем содержание... Группами, да, групповуху. 300 раз подумать, но... Если хочется и уверен в себе, то... Если хочется приключений... Да, да, да. Да, но вот насколько я знаю кокоду вообще, несколько кокоду, которых я знал довольно плотно, они постоянно ручные, если живут в одиночку, требуют к себе очень много внимания. Это постоянно крик, ор, потому что подойди, погладь, выпусти. Мы совершенно не терпим клетки. Ты знаешь, Жень, вот у нас эта проблема решается дубинами, которые он разбирает. То есть он, вот видишь, внизу там... Ну да, в прошлой жизни был дровосеком. То есть ему от плодового дерева дубину побольше, и он там на сутки занят точно. То есть ему есть чем заняться, и все, как бы животное выключено. Да-да-да, у моих друзей компьютер разбирал. Пока компьютер клавиатуру разбирает, он вроде не орет. Но я хочу тебе сказать, что вот, ну, я типа не расистка, да, но вот она по сравнению с ним, ну, совсем вот блондинка, дурочка. Ну, у нее нет вот этих вот закидонов, как у Рокки. И она сидела в клетке, я так понимаю, что ее не выпускали... Ну, то есть она к рукам нормально там почеши, да, но вот такого общения с человеком у нее нет в природе, и она... Ну, у нее вот выкрутасы, она не способна на такие выкрутасы, как делает Рокки. То есть он же, я помню, мы его, когда вот он ходил у нас в городе, он мог по столу гулять, когда мы чай пьем, подойти, и когда они видят, взять ногу в чай, так поболтать, там типа, я не знала, кто сказал, что так нельзя делать, а я не знал. Птички не сказали, что нельзя ноги в чае мыть. То есть, или там взять где-нибудь скрипку, спрятать во рту, ходить, потом подойти ко мне, типа, там, вот, люблю, и засунуть, успеть эту скрипку мне в рот, и страшно радоваться, что он нахулиганил. То есть, ей это, она так не потому, что не хочет, а потому, что ей не хватит умственного развития так делать. То есть, у него явно совершенно причинно-следственная связь присутствует. И он знает... Там, например, выдумщик. Да, не без этого. Молодец. Так, ну, собственно, вы их уже ссадили. Нет, мы их не ссадили, они пока только вот так. Но все равно, они особого интереса не проявляют. Да, конечно. Друг проявляют? Он вчера ее пытался тяпнуть, она убежала в клетку, к ней в клетку он не пошел. Ну, конечно, территория есть территория, да. Рокки, иди сюда. Я думаю, что, наверное, если бы я вот собак сажала, я бы сказала, что нужно сначала ее туда засунуть, наверное, да, чтобы она на его территории была, а он пришел потом, потому что если он будет там, а мы ее посадим, наверное, это будет не самый правильный вариант, так? Думаю, что да. Либо же просто их на какое-то время вот под присмотром выпустить. Я понимаю, дерево есть дерево, да. Сожрут все. Но под присмотром. Ну, они как-то друг за другом бегают. Ну, вот смотри. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все понятно, все. Наша невеста. И стало тесно. Тихо. Все хорошо, все. Вот. Давай обсудим, что тут происходит. Давай, Рокки. Не нравишься ты невесте. Хоть полгода рядом сидели, вроде бы общались через клетки, но не очень. Вот невеста тебя боится. Это вот приехали на свадьбу. Почти на свадьбу. Да. Я знаю, что ты хочешь. Нет. Так мы с тобой не будем. Не дотянешься до камеры. Нет. Жалко, я знаю. Красавец. Иди вон с девочкой пообщайся лучше. Ты очень красивый. А покажи хохолок. Рокочка, покажи хохолок. Как ты умеешь хохолок делать? Ну, покажи. Ну, давай, ну, потанцуем. Рокки, потанцуем. Потанцуем. Давай потанцуем. Ну, давай, потанцуем. Ты же умеешь. Ты же умный попугай.
Давай, танцы, танцы, танцы. Нет, не нацеливайся клювом на меня. Давай, танцы, танцы, танцы. Рокки. Молодец. Нет. И все. И про девушку забыл. Вот вам свадьбы. Так всегда. Что-то пошло не так. Так что, мечтая о замечательном какаду, сначала подумайте, а настолько ли вам дорога квартира? Нет, настолько ли вам недорога ваша квартира, чтобы завести такую птицу и потерять весь ремонт, и поссориться с соседями? У меня у приятельницы был Амазон Мюллера. Она мечтала об Амазоне Мюллера много лет. И достала. Звонит мне. Я так счастлива. Амазон Мюллера. Прошло 2 или 3 месяца. Звонит мне. Говорит, слушай, кому-нибудь пристрой его. Я говорю, что случилось? Оказывается, он жил в семье, где был маленький ребенок. И он с утра до ночи в полный голос рыдает младенцем. Она говорит, я не могу, я с ума сойду. И это будет продолжаться 40 лет. Вот, так что птички... Птички, это здорово, это так приятно, казалось бы. Но это только в гости приходить. Да, Рокочка, красавец. Рокочка, красавец, мальчик такой. Как нравится, когда хвалят. Еще что-нибудь бы отнять, телефончик бы отнять. А. Ну, что-нибудь, что можно разломать. Да. Потому да. что то, что разломать нельзя, никому не нужно. Ну, девчонка более-менее спокойная все-таки. В руки дается, никаких нет, проблем. Нет, она такая, да, почесать. Взять ее не получится, но погладить она, в общем... Дается. Да. Ну и вот. Ай, 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 ай. Ну, я так думаю, что, судя по поведению ее, садить их не удастся. Может быть, да, она очень бьется, конечно. А я видел в природе пальмовых какаду. А ты говорил. Привез бы за пазухой. Нет, нет, нет. Нет. Да. Это гораздо хуже, чем спартанец и лисенок. Нет, он сразу выживет до позвоночника. Я прочитала, когда, что они в брачный период отламывают большую дубину и стучат ею по всему, чему только можно. Я поняла, что это именно та птица, которую нам нужно завести. Или надо Рокки научить так делать. Правда, он клювом любит водить по этой по решетке. Трынь-дынь. Тоже, да, 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 да. Да. Ну ладно. Хорошо. Посмотрели. Как не получается садить какаду. А заодно и дождь закончился, и мы, да. и мы наверное, пойдем еще осликов смотреть. Такая да? у нас их тут много, в разных местах, козики, ослики. Пошли на базу. Давай, 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 давай. А кто ж на базу-то хочет? Так, может, ее сейчас посадить? Туда? Да. Ну, посади. Я его подержу. Никого не интересует то, что ты хочешь. Дай сюда. Ничего не знаю. Сразу говорить, что-то рассказывать. Жалуется. Ничего не знаю. Может, все-таки ее снизу лучше говорить? Хочешь, чтобы она вышла? Что, очки? О, нет! Это мои очки. Нет, бояться будет сейчас. Все, она испугалась, пусть успокаивается. Видишь, что ты сделала женщиной? С палкой возьми ее. Не получится. И вот эти вот нежности, которые вы видите, поцеловаться с какаду, да вообще с крупным попугаем, это невероятно опасно. Да. Эти клювы, ну, нос откусывают сразу же. Я когда увидела, как он кусок стола откусил, он разгуляет, у меня тоже мурашки по спине побежали. Да, да. Поэтому нужно очень хорошо знать своего попугая. Очень хорошо. Я был как-то в гостях у Дольника. Это автор... Непослушное дитя биосферы, по-моему. Угу. Вот, и у него был Жако.
А я был еще молодой, глупый. Да, я был ведущий передачи о животных и под камеру сразу этого Жако чесать. Он мне показал, тот смеялся. Кто кого почешет. Да, Дольник смеялся, говорит, только я могу чесать, больше никто. Вообще. Да, попугаи все-таки признают, обычно признают только одного хозяина полностью. Может быть. Очень часто такое бывает, когда с остальными более-менее лояльны, терпят, но да. Не дай бог что-то не так. И но вот он ревнивый, я могу сказать, что если там господин недоволен. Да. Пусть сидит, девушка успокаивается. Немножко не удалось. Не пойдет сейчас. Надо, когда сама выйдет. Ну, можно, конечно, ее сейчас оставить, она выйдет, если его закрыть в клетку. А потом, он быстро выйдет оттуда. И достать-то его нет проблем. Давай закроем руки, она выйдет, а потом ее сверху поймаешь. Ай, красавец! Ай, молодец! Талантище! Нравится, когда что-то висит, и он хочет приложить какие-то свои действия. Рокки! Чего? Рокки молодец. Он, видишь, это... Он делом занят. Да. Дайте закрыть их. Да. Накроем клеточку. Так. Ну, запутается сейчас. Этот не запутается. Ах! Он сам себя запутает сейчас. Красота! Занятие может с любым предметом придумать. Это правда. У нас, знаешь, как-то приехали электрики, что-то делать со счетчиком, а он здесь напротив его клетки. И два мужика, значит, вошли, увидели клетку с попугаем. Я говорю, да вы не пальцы не суйте, просто ему, говорю, так-то он не тронет. Ну, они там что-то ковыряются в счетчике, у одного в кармане зазвонил телефон. И пока у него руки были заняты, он не отвечал, руки ждал, потом говорит, алло, басом. И мужик как истинел. Руки, алло. Можете уже не брать руку, уже ответили. Уже алло. Хорошо. Руки, алло. Вы уже позвонили, когда он будет. Да. Рокки. Будем звонить? Алло. Нет, сегодня он... Не у него неприемные дни. И сыр домашний? Да. Вчера делали козий сыр. Я помню, пробовал ослиное молоко. Когда я здесь был-то? Год 4 уже, наверное, прошло, если не больше. А ослиный сыр не делаете? Ты как это? Что? Ослиный сыр можно сделать. Очень дорогой. Это самый дорогой, кстати, сыр в мире. 1200 евро раньше стоило за килограмм, не знаю, ого, как сейчас. Я, честно говоря, не проявляла к этому никакого интереса до того момента, пока не прочитала статью какого-то серба, который делает этот сыр. И он там произнес такую фразу, что, мол, я один в мире могу делать этот сыр, и у меня там технология. И, ты знаешь, я недели две, наверное, тут стояла на ушах. Это действительно похоже на то, что ты делаешь сыр из воды. Потому что ослиное молоко, оно пустое, там жира почти нет, белка почти нет, но, собственно, составляющие сыра, которые должны быть. Из 4 литров получилось, грамм 50, наверное. Ну, нет, побольше это я утрирую, наверное, грамм 150 сыра получилось. Я его таки сделала. Ну, естественно, выдержанный не получится сделать, получается вот свежие серии сыры, там типа... Адыгейские, да. Но, ты знаешь, вот если честно, мне он не понравился совсем. То есть я сидела, чувствовала себя офигенно обеспеченной женщиной с куском ослиного сыра на тарелке.
поковыряла его ножом, отдала собакам, и на этом мои эксперименты со свиным сыром закончились. Болгары делают его в смеси либо с козьим, либо с овечьим молоком. Но это нечестно, на мой взгляд, да, потому что мне кажется, что козий сыр на порядок вкуснее, то есть, ну, структура другая, плотность другая, вкусовые, органолептические моменты совершенно другие. Но при этом, кстати, вот если ослиное молоко, оно не имеет ни запаха вообще никакого, то есть в принципе никакого, а сыр у него какой-то пряный такой вот, и привкус, и запах появляется. Я так и не смогла вспомнить, что это за пряность, но вот какой-то есть такой момент, откуда, не понимаю. Ну вот так, сейчас я тебе хлебушка. Короче, не стоит заморачиваться с ослиным сыром. Нет, можно, как бы я для себя поставила галочку, что сделать можно, но неинтересно. Ну, попробуем козий. Ну ничего себе, такой круг козьего сыра. Ух, огромный. Так, собаки. Собаки под я столом. Я тебе больше скажу. Вот это вот масло из козьего молока. Это я удачно зашел. Ну, мама у меня делала сыр тоже в свое время. Но избавилась от коз, все сказала, мочи больше нету, хватит. Это дело такое. Она теперь целыми днями занимается в саду, а зимой с саженцами. Целыми днями. У нее есть занятия. Ну и слава богу, потому что если... С саженцами мы тоже. Ну вы же ненормальные, вы молодцы. Да, у нас там туи на участке растут, там эти плодовые деревья в страшном количестве. Решили вырастить. А здесь вот Андрей еще орехи там всякие разные собирает. Не подумал, у меня целый мешок маньчжурского ореха. Черт. Это у нас растет. Есть? Давай, попробуй сыр этот самый, чай, кофе потанцуем. Луна! Морда наглая. Сейчас скажу. Вкусненько. Ну,